И снова здравствуйте, друзья. Меня зовут Влад, вы на канале BestShot. Мы проходим Half-Life 2, и теперь мы будем воевать за новый проспект. Точнее, мы его наполовину в прошлой серии уже отвоевали. И сейчас продвигаемся вперед. Наша задача в новый проспект, это тюрьма строгого режима, я опять повторюсь, находится Eli Vance, наш коллега с черной мезы из первой части, и по совместительству отец Алекс Венс, той дамы, с которой мы чуть-чуть молча флиртуем. Продвигаемся дальше. Мы помним, что еще одна матка муравьиных львов, я хотел посмотреть название, забыл. Ну, здоровый такой муравьиный лев. Есть в этом здании. Одного мы убили, один еще есть. Поэтому будем сейчас искать его, будем его убивать. Я так понимаю, мы с ним встретимся. Я помню, я говорю, я помню, что был муравьиный лев. И мы, когда его находим, он там воюет с Альянсом. Они там перестреливаются. И первое время он отвлечен на вот этих ребят с Альянса. И у нас есть время как-то подготовиться, как-то. Ага. Арбалета нет? Что ж такое все дальнее? Мышление аналитическое, мы помним это, да. Здесь я не заберусь. Нужен второй этаж. Ах ты, что ты пугаешь? Воу. Так. Здесь момент другой. По-моему. Так, ребят, ну давайте, что? Вас же много. А я один. Так, нет. Ага, отлично. Так. Что у нас по здоровью? Здоровья нет. Поэтому. Ага. Манхеки, ребята, коварные. Так, 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 так. Так, 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 ребят. Нет, 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 нет. Стой. Что там, аптечка вылетела? Ага. Да ладно, откатился назад. Хоть заново запись начинаю. Ладно, ребят, я думаю, вы меня простите. Давай, здесь мы будем поумнее уже. Разминирование. Дальше группа штурма. Где он был? Где-то здесь, да, был? Здесь были манхеки, три штуки. Это мы помним, не забываем. Так, и где-то мне прям в лоб посмотрел какой-то вот здесь паренек. Ага. Здесь второй. Ага. Так. За пулемет стал третий. Что делаем? Что делаем, что делаем? Давайте, пацаны. А, так, конечно, некрасиво делать.
Его ждала его вела дорога приключений, но я прострелил ему колено. Как-то так, да? Так, прорываемся, прорываемся, ребят, что вы стоите? Давай, 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 проходим, проходим, проходим. Вот сталкер. Смею предположить, теперь любой подумает дважды, прежде чем приютить доктора Фримена. Некоторые усомнятся в его преданности, другие отвернутся от него или даже выдадут его нам. Разумеется, не стоит на это слишком рассчитывать. Репутация Фримена такова, что другие закоренелые изменники даруют ему полную свободу в деле распространения повсеместного террора и мысль о недовольстве наших покровителей, которые я должен до вас донести. Конечно, не в моей юрисдикции опекать или критиковать специальные... В первой камере лежал на хирургическом столе такой паренек в штанах Альянса. А это вот как раз-таки вот эти ребята. То есть их обрабатывают, их подготавливают, и они такие... Они живые, то есть... Но какой-то ресурс там вроде как для выживания им необходим. И там в горле такая штука, то есть... Чтобы жить... Им нужно работать на Альянс, как бы, получать эту штуку. Я могу ошибаться, то есть я говорю то, что помню примерно, плюс-минус. Второй, который такой висел, паренек, это сталкер. То есть он такой, типа, местный айтишник. Из него высасывают вообще все жизненные соки. То есть он вообще почти не живой, прям. Вот на последнее издыхание. Его прям там, прям кормят, прям вот. Какую-то штуку посылают, чтобы он жил, поддерживает жизнь, и он, чтобы жить, обязан вот обслуживать их вот эти компьютеры, вот то, что вот эти мониторы, то есть это все делают сталкеры. А те ребята из Альянса, они просто воюют. Так, что мы тут видим? Так его убили, что ли? Ага. Нормально, рикошет. Все, пойдем вперед. Не бойтесь, что вы. Стой, 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 стой. Куда вы тут лезете? Опасно.
Да, я помню его. Вот чё-чё, а его я прям помню. Четырнадцать раз я кирпичи откладывал на этом месте. Тринадцать, прошу прощения, сейчас 14-е прохождение. Напомню, 15-е прохождение я запланировал, когда соберу себе компьютер все-таки. То есть, когда у меня хотя бы будет какая-то аудитория, кому это будет интересно, я буду проходить на хардкоре тогда. Так, 6 патронов, то есть один раз перезарядиться есть. Никаких лазеек тут нет, да? Смотри, как точно. А? Ага. Что это такое? Ага. Ага. Понял. Слушай, я вот... Нет? Ага. Ага. О, посмотри, попал. Ты какой? А ты какой? Что, я опять таймер не поставил. Что ты будешь делать? Хорошо, 30 минут ставим. Надеюсь, сегодня новый проспект мы пройдем. Сегодня мы новый проспект пройдем. Так. Группа разминирования. Вторая группа разминирования. Нет, показалось. Так, есть, ага. 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 Как? Так. А? Эти штуки тоже программируем, и как эти клубочки, название которых я опять же обещал посмотреть. Так, есть. Пацаны, разойдись. Так. Нам нужно понять теперь, куда идти. Потому что других ходов я не видел. Все вело сюда. И мы никаких рубильников сейчас не трогали. Хотя хотелось бы потрогать рубильник. Но что-то нету. Слушай, ну как-то это... Ну, пацаны, ну давай там пройдите куда-нибудь туда, вот давайте. Это же бесконечно можно прыгать. Ага. Так, не выпрыгну, да? Не выпрыгну. Вот, я... Я помню этот момент, вот, про него я вам говорил. Я про него вам говорил. Да уйди ты. Угу.
Раньше больше сил нужно было и времени, чтобы что-то подобное перевернуть. Сейчас уже на опыте, конечно, оно делается полегче. Вот. Ладно. Просто тот путь слишком предсказуем, а по непредсказуемому пути обычно какие-то приколюшки лежат. Ну ладно. Я помню, что-то надо будет быстро делать, потому что здесь что-то шевелится. Вот они сужаются. И здесь нужно думать быстро. И проход в самом непредсказуемом месте вот здесь. Так, берем бочку. Вот так вот. Я столько раз умирал на этом моменте, потому что я не мог эту дырку найти. Вверх голову не поднимаешь. То есть ты идешь и смотришь вперед. И думаешь, что впереди где-то заходишь, что вперед тебя зажимает. Это прям очень подло. Так бы мы сэкономили патроны. Запутанность. Все, новый проспект, получается, мы прошли. Так, куда выгоднее? Одинаково, да? Алекс, я говорю, она где-то здесь должна быть. Я рада, что ты добрался живым. Отец где-то там, в этом здании. Его будет не так-то просто вытащить. Пора уходить отсюда. Да я про то же говорю. Мы здесь задержались уже. Почему бы мне такой ключ не дать изначально, чтобы я вот так вот ходил, чик-чик и все двери открывал? Нет, я должен как-то обходить, через Ревенхольм идти и так далее. Время от времени они захватывают вартигонтов, и они сообщают нам кое-что. Но полной картины этого места у нас нет. То немногое, что нам известно, оптимизма не внушает. Приготовились. Ладно, сюда. Я вот не понимаю в плане. В плане, как среди вот этой базы находятся зомби. Вот. Что ж, похоже, я смогу его вытащить. Неужто Альянс не видит этих зомби, которые вот там, этот паренек, который был вот на обходе с обклеенными этими пауками. Неужели они это все сразу не понимают? Не могут прочесать, посмотреть. Иди за мной. Насколько я знаю, Алекс Ван здесь бессмертна, поэтому... Давай, ты двери, может, откроешь. Алекс, ну ёлки-палки. Это, конечно, классно, но... Не забывай, что мы... должны проходить. Все дальше и дальше в цитадель. Так. Он там. Ладно, давай попробуй открыть.
Он спит? Алекс, нет. Гордон, неужели это вы? Не верю своим глазам. Папа, ты цел? Я-то в порядке, но вам следует уходить отсюда. Мы вытащим тебя, папа. Не беспокойтесь обо мне, спасайтесь нет, сами. Нет, мы не уйдем без тебя. Я думаю, я смогу настроить портал, чтобы вытащить нас отсюда. Да, но куда ты пойдешь? Я говорила с Кляйнером. Его портал почти заработал. Если он успел его восстановить, мы окажемся там. Если не успел, ну, хуже уже точно не будет. Игра не стоит свеч, Алекс. Я не могу потерять тебя. Уходи, пока можно. Мы не уйдем без тебя. И не спорь. Но Джудит мы тоже не можем здесь оставить. Не переживай, папа. Мы найдем ее. А пока я отправлю тебя в кабину телепорта. Я не прощаюсь, папа. Встретимся там. Я уверен, что да. Встретимся там, крошка. Это, по-моему, не упоминали, но Джудит Мосман тоже пропала с восточной черной мезы после налета Альянса. Никто точно не знает, где она, но, видимо, где-то в тюрьме. Ну, где-то на территории цитадели. От меня сигнал. Эй, береги себя. Конечно, конечно. Алекс, у меня уже неприятности. Алекс. Сработало. Попробую расчистить тебе путь. Ищи мозг. Я выведу отца из тюрьмы, а потом догоню тебя. Подожди, я подумаю, как открыть эти ворота. Окей, есть. И что, и что? Ты откроешь мне вторые ворота? Я открою через секунду. Ага. Сейчас за эту секунду из темноты как вылезет что-нибудь. Как обычно, да, заело что-то? Ага, ага. Ладно, есть идея. Давай назад в тот кабинет. Ага. Здесь? Нет? Нет. Какой кабинет? А, я понял. По схеме за полками должна быть вентиляционная шахта. Осторожно, Гордон. Я засекла сенсоры комбайнов. Угу. Я начну работать над воротами. Секунду. Комбайны. Вот она сейчас упомянула комбайны. В комбайны это как раз таки вот солдаты Альянса. Что-то я какими-то сложными терминами выражаюсь. У них же есть имя. Комбайны. Какой монитор? Ну я понял, что грядет что-то очень сложное. Угу. А граната неспроста. Похоже. Ложись.
Слушай, ну вот чё-чё. А гранаты они метают довольно-таки точно. Я знаю, что не помню, почему он подбирает патроны, а оружие уже заряжено, которое вот секунду назад было без патронов. Добрый вечер. Я же говорил, вы громко разговариваете. Вы не передайте себе там по рации, друзьям. Вот, мы громко разговаривали, нас заметили. Вы громко не разговариваете, ребят. Нет такой информации у вас? Так. Ага. Ага. Я всегда думал, что если ее ну так просто кинуть, и она вот так стреляет перед смертью, ну перед тем, как заглохнуть, что эти пули, они не... ну так, чисто анимация. Нет, это реальные пули, то есть можно на нее наступить, когда она вот так вот перед смертью кружится. И отхватить нормальную такую плюху. Почему так? То есть он кидает правой рукой, надо брать небольшой отступ справа. Почему так? Алекс, ну помогай как-нибудь, ты что, где ты? Такая раз, чисто за компьютер села. Новый зал управления. Ага. Кажется, там все еще кто-то есть. Ага. А не слышит меня? Слушай, ну да, он, по-моему, это. Не слышит меня. Ох. Целая куча солдат. Я помню этот момент. Я изменю их программу, чтобы они атаковали врага. Нужно защитить комнату управления. Угу. Внимание! Обнаружено подключение вирусного интерфейса и перепрограммирование. Угу. Казалось бы, я поставил две турели, да? И... И больше никто никак не пройдет. Да хрен там плавал. То есть они кидают гранаты, как видят их. Они отлетают. Ставить их это себе дороже. Посмотри. Так, ладно. Вот, видишь? То есть видит, все, кидает гранату. Видел, за гранаты потянулся. Перестал стрелять. Слушай, знаешь, сколько проходил, никогда не думал вот о такой штуке. Типа как-то вот так вот, чтобы они... Как-то вот так вот.
Мне помогал, что ли? Смотри, метки, ребята. Очень метки. Буду через секунду, Гордон. Давай, 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 давай. Это здесь вообще опасно. Находиться одному. Ага. Прости, что я так долго. Да ничего, ничего. Хорошо, что с тобой все в порядке. Попробуем найти Мосман. С этой станции мне легче будет попасть внутрь. Вот она. Минуту. Да как она? Извилась с пути. Я не по этому поводу. Что у нее на уме? Мы обещали не трогать Илай. О, боже. Я признаю, что солдаты несколько перестарались, но он был слишком заманчивой целью, чтобы просто его отпустить. Особенно за отсутствием Гордона. Вы получили бы Фримена, если бы были терпеливы и ждали моего сигнала. Мы не были уверены, что ты вообще вернешься. Вот это поворот! Времена слова преданность мало для кого имеет значение. Я уже говорила, вы должны позволить Илаю самому встать на вашу сторону. Нельзя же просто... Я знаю доктора Венса гораздо дольше, чем ты, моя дорогая. И я боюсь, что твои чувства к нему ослепили тебя. Чувства? Чувства. Да при чем здесь чувства? Это же просто... Если Илай поверит в нашу... Этот вопрос не обсуждается, доктор Мосман. Пожалуйста, доктор. Сожалею, Джудит, нет времени. Черт бы ее побрал, так я не верю! Как она посмела? Как она посмела? Пошли, Гордон, теперь нам точно нужно торопиться. Иди первым. Я разрушу следующий уровень защиты и догоню тебя. Давай, конечно. Конечно. Я, как всегда, тебе верю, Алекс. Так. Куда идти? Вот то очень похоже на... Ага. На правильный путь. Так, ну давай. Ага. 90 патронов. Не густо. Так вот, таких оборонительных моментов в игре 2. Почему-то раньше они мне казались напряженными, но сейчас я почему-то... Что ты будешь делать? Я почему-то... Это что такое было? Прошел без труда. Ракета? Для гранатомета? Зачем? Ага, ага, барнаклы, вижу. Раз. Ага, два. Хэдкрафт, да? Ага, три. Четыре. А, так, это мы помним, это мы помним. Это мы знаем. Thank you.
Вот это место. Ну вы понимаете, да, какой махать здесь сейчас будет? Надо продержаться, пока я не пройду. Без них. Так, давай нормально, да, так сохраняюсь. Не успел. Пулемет на готове, держать тебе дороже.
Вот это потно. Потнее момента я не помню в этой игре. Что-то прям... Самый напряженный момент, пожалуй. Подожди ты, женщина, мне тут напряжно. Гордон, Гордон. Я тут вспотел весь, Гордон. Прости, что так долго было. Ты где? Похоже, тебе нужна была помощь. Естественно. Я тебя не брошу. Теперь ты среди Мосман. Я тебя не брошу. Женщина. Наверное, здесь будем заканчивать. Да, здесь закончим, давайте. Потому что дальше экшен, дальше интересно. И нужно это как-то уложить все в одну серию. Не в одну серию, а... Да, весь экшен как-то в одну серию. Потому что если мы сейчас начнем, посередине сохранимся, и дальше, ну, будет некрасиво. Подписывайтесь на наш паблик ВКонтакте. Комментируйте видео, потому что комментариев нету, а хотелось бы с кем-то пообщаться. Далее, заходите в наш Discord-сервер, мы играем, общаемся и вообще иногда находимся там. Ну, как почти каждый день мы находимся там. Поэтому до скорой встречи, все ссылки в описании, поддержка проекта тоже. Всем пока. Пау!